Лорд Фронт, привет. Добро пожаловать на стрим. Я думал, ты до сих пор еще там в МКС-ку шпилишь. Ой, так. Ну, добро пожаловать. Всем давайте приступать в принципе. Сегодня, короче, тема такая. А, то не шпилишь. Тема, короче говоря, у нас сегодня моделирование компа. Признаться, опять же, глаза боятся, со руки делают, поэтому я буду сейчас там, дико ошибаться, много ошибаться, но тем не менее проект для меня довольно важный, так что постараемся пробиться через это все дело. Некоторые там, части в принципе будем там сканировать, там Saint Medium, тут даров. А 100 лет 100 зим, ну как сказать. Кто бы говорил, да, как... Туф-туф, где сам пропадал-то? Вот. Ну и короче. Короче говоря, у меня есть он старый комп, с которым у меня как бы в принципе многое там связано, поэтому я решил его замоделить на будущие проекты. Но пригодится еще не раз, думаю. Пока что начнем с простых вещей. Надо будет сейчас он фотки, которые я сделал, переделать в референсы, скажем так. Так, ящик делал, стал запечь. Ну почему хрень? Там что-то не работает, что ли? Так, что за музня? The fuck? Так, можно на что-нибудь такое поинтереснее? А ладно, пойдет. Так. Так. Надо подумать, опять же, какой мне понадобится сейчас размер документа. Думаю, 5 на 5 сделаем, а там глянем. Так. До сих пор не разобрался с запеканием. Ну, запекание до сих пор и для меня, конечно, то раз на раз не приходится. Я с последнего проекта, опять же, который там делали, да, ну, в Дискорде там видно сейчас, то, если полезть, то этот самый, одну секундочку. Если полезть в Дискорд, то там как раз будут разные там фотки наподобие этого. Короче говоря, у меня получилось запилить такой там картридж с прошлого раза. Запекай корочку 190 градусов. Вот. Ну и проблема какая осталась. В принципе, это выглядит ничего так, но когда кидаешь это дело все в Marmoset или еще куда-нибудь, короче, вылезает он сразу бока с прямыми, ну, с плоскостями, скажем так. О чем это говорит? О том, что надо было перед запеканием на хайпольку накинуть еще дополнительное поддерживающее ребра, скажем так, для того, чтобы плоские поверхности оставались плоскими, а не пучились там, скажем так. Вот. Поэтому может быть, придется еще тут нарабатывать, он хрен его знает, короче, будем думать. Так, тем временем, что я хотел? Я хотел, короче, вырезать вот эту всю шляпу, и потом по размерам будем ту модель летета, у нас он будет чисто как такой там референс, он фото больше. Ну, посмотрим, может быть, я фото и назначу как текстуру, в зависимости от того, опять же, как оно будет вообще выглядеть, может, нет. Так, подтянем, наверное, вот сюда. Так, вырезали вот эту штуку, поехали ее, короче, на общий, так сказать, canvas туда кинем. Тут, может быть, даже вот так вот. Ребра, конечно, да. Это непростое дело, но тем не менее. Так, что там у нас дальше? Дальше у нас, короче,
Ага, получается, это одно я сделал, да? Так, дальше боковая часть. Ну, пробуем боковую вырезать сейчас. Вот. Зафоткал уже как смог. Но посмотрим, как у меня теперь с новой установкой там все будет работать. Ага, тут еще надо вот так. Ребра, конечно, я тоже буду печь еще. Тут не раз думаю, попадется все. Самое там страшное на текущий момент замоделить сам корпус, потому что я посмотрел, в нем разных дырок, там всяких отверстий и прочего такого немерено. Не боюсь подходить вообще к нему. Так, это у нас есть, хорошо. Поехали дальше. Дальше нам понадобится. Что нам понадобится? Так, это закроем пока. Нам понадобится, сейчас скажу, что. Вот, тут задняя понадобится часть. Сейчас мы ее тоже вырежем. Я старался там фотки там сделать с минимальным искажением под нужным углом. То вертел и крутил по-всякому там штатив, чтобы не было искажений. Надеюсь, прокатит. Так, это-то. Угу, хорошо. Пойдет. Ну и дополнительно, то, раз уже пошла такая пьянка, давайте сейчас так сделаем. Пока что так, а там, если что, доработается. Вот, плюс вот так можно еще. А твою ж налево. А что если? Ладно, попробуем пока еще так. Делаешь окаянный. Что если я тупо сейчас возьму вот так вот вырежу? Как тебе перемирие, особенно последние 4 дня? Да, честно говоря, я даже не знаю. Дико мне, потому что перемирие я так особо не вижу. Да, я, в принципе, настолько уже привык, что не заметил даже, что поменялось он что-то. Йоля, welcome to the stream, man. Воу. Glad to see you. Вот, поэтому пока понятия не имею. Посмотрим, как там пойдет все это дело. Ага. Конечно, извиняюсь, если я клацаю мышью, там тут часто слишком порываюсь постоянно на купить держатель для микрофона, но пока что денег нет. So, how's it going, man? What's up? Так, значит, тебе не так громко у нас очень, особенно вчера по городу прилетел, так все хорошо началось. Твою ж мать. Сочувствую, конечно.
This might sound a little surprising. It, but I feel depressed, to be honest. Oh, man. Why? Did something happen, or it's just, you know, the usual occasional depression? Oof. Oh, at first. Oh, I see. Ah. Well, I would say I'm in the same mood, so it's kind of tough for me. I was actually hesitating about doing the stream, but here I am. Oh, damn. Well, I thought it was fine. Well, I understand if you don't want to not talk about it on stream, but damn, man. Damn it. Oh. Там парни помогают светом. Да, кстати, да, там кинь ему моб Дискорд опять-таки. Я не знаю, о чем ты, конечно, ну ладно, кинь ему Дискорд. О. Still love each other? Like, really? And that's not the problem. So what is? Left side, right side, back, front. Oh, I still have to do the top and the bottom. Yep. Well, I also feel kind of sad because I'm having nightmares lately about my ex and everything. So it's kind of, you know, not pleasant and weird. So I already told you she should relate from that kind of stuff, so with that comes responsibility. I love Gatrus, you see. Oh, I see. Well, I think, you know, if I were you, I would do my best to protect her from that, because it's a real danger to me. Just be, you know, don't be too harsh on her, but if she tries flirting with somebody, you should stop her right away. Otherwise, she will know that it's okay to do that. But I hope she won't. Так, у меня ошибка к приоткрытии. А открытие чего? А, Дискорда, может быть? Это странно, проверю. Окей, может, еще раз? I mean, she doesn't really voice. Well, that's good. That's good, because I think that means she really values you. But I would be careful.
Мол. Or maybe it's just me. And I'm not, you know, a jealous type who wants to protect the girl at any cost and lock her in the tower and stuff. Заработал? But she has a lot of male best friends, you know? Yeah, that troubles me too. Well, that's kind of... I don't like that as well. Well, you can trust her, but anyway, I would try and control her, not intrusively, not too harsh, but just supervising the stuff. Just keep it cool. And don't show that you are you are afraid to lose of losing her. Otherwise, she will say that you are paranoid, and it bothers her. Так, что ты точно-точно обрезаешь, там без фона, потом сложно будет определить края. Ну, там, Блэйд Сатана, привет. В смысле, опять-таки, тяжело определить те края. Там, я так, в принципе, обрезаю, потому что я по размерам буду там, моделировать сейчас. А текстура там, просто будет уже готовая лежать, короче. Там просто я потом накину и порядок. Ну а там еще дополнительно там серый фон еще накинется. Ну, под цвет пластика. И порядок будет. Так что пока не паникуй. Пока что, то, мне кажется, я понимаю, что делаю. Well, I think I'm gonna switch these. Actually, you know what? Let's make it this way. Yep. And this one goes here. So it's kind of like that. Whoop. Whoop. You should give her a chance. Let's see. Let's see what happens. Just, you know, pay attention to what she's doing. Должно пойти вот так вот. Ну, поэтому я сделаю так как-то. I mean so. Uh-huh.
I totally understand what you mean. So. Так, пока что сейчас вот так вот зальем, наверное. Сделаем какой-нибудь, не знаю, однотонный цвет. Тут, может быть, даже вот так. Сегодня, короче, просматривал видосы на YouTube. Видел видос, короче говоря, про чувака, который жил типа в фургоне, ездит, короче, по миру, путешествует, живет в фургончике, и в принципе прикольно так получается у него там все, имею в виду, налажена уже машинка, уже как бы там с прибабахами там все дела. Я прям захотел себе тоже фургон. Saturday, one of the male best friends, according to her, he's like a little brother for her. So that guy invited her to his party with a lot of other guys and girls, of course. And also her ex-boyfriend. Shit! Oh man. Well. That is dangerous as hell. Well, to me. Well, I would go with her, and I wouldn't let her go too far, you know. And yeah, you're not allowed to join them. What the fuck, man? The fuck? No. That I don't like that. First of all, it's your girlfriend, so you are coming, or she doesn't go. So that's. That bothers me too much, you know. I mean, if she cares about you, why wouldn't she allow you to come with her? It's kinda, you know. There's not enough space. Well, you could choose another place. You could go to some park or, you know, the cinema. That's kind of suspicious, you know. But I'm nervous. That's weird, you know. Well, I actually had I had that kind of experience, and I usually insisted on going with her. That's the problem. Yeah, I see. Well, well, to be honest, I would be panicking as well. So, I totally understand that. Так, народ, а куда подевался? Нижний слой, я чуть не понял, где он есть вообще.
What the hell happened to my players? There it is. Uh-huh. Okay. Well, yeah, dude. Yeah. I mean, I totally understand that. She's gonna be partying while you will be, you know, waiting and thinking stuff. It's really weird. Yeah, that's a good idea, but, well, you know, I really don't want you, I really don't want to make you panic. It's just, well, I'm as paranoid as you are, so it's kind of, I feel you, man. Ah, shit. Damn girls. Сейчас народ, я почти уже тут вырезал более-менее все. Тут надо пройтись пока немножко еще. Подчистить немного по краям. Воу. Actually, I've got a female friend who, who I chat with from time to time, and she actually was telling me some stories from her past, which were really uncomfortable to listen to, and I'm still, you know, worried about that. I don't know why, but I am. It's weird. Так, хорошо. То пока что у нас вот такая вырисовывается текстурка. Don't mind me, man. It's just maybe me being weird tonight. Так, я подумал вот еще о чем. Надо бы и там размер изображения поменять. Okay. Yeah. So, does it work? I hope so. Let's save that. Так, сейчас, теперь у меня, короче, будет пока один документ в PSD, так сказать. Так, и это будет у нас кардридер. Кардридер. There you go. Так, и можно еще попутно там сохранить как PNG формат. Но на всякий пожарный. Теперь, короче, что мы будем делать? Мы полезем, короче, в Max. О, господи, у меня аж блин комп тут
тут напрягся, когда я тут начал туда лезть. На. Так, одну секундочку, ребят. Open up. Оп. Wrong button. So yeah, that's why I'm depressed, because I'm constantly worrying. I know, man. Well, I would be feeling the same. I'm kind of happy that I don't have a girlfriend anymore, but still, I totally know. Jeez, why am I worrying more for somebody than for myself? Like, really? Yeah, I know, dude. I know. Well, I don't know. What bothers me the most that her ex will be there, and if the party involves alcohol, that's kind of dangerous situation to be in. I know. Well, geez, somehow I'm worrying too much for that. It's like, you know, you made me remember what having a girlfriend feels like. Shit, why did you do that, man? Oh man. No, it's fine. It's gonna be alright. Alright, so let's do it. Let's support each other and tell each other that it's gonna be fine, so. No bad thoughts. Damn it. Народ, сейчас, у нас, короче говоря, потерялся этот самый предмет для моделирования наш. Сейчас, дайте мне пару минут, я найду его и продолжим. Не разбегайтесь никуда. Так, нашел. Тут все нормально. I might sound like she's a bitch, but she's really not. I know, dude. I know. It's just a weird feeling. Because I'm worrying as well. Let's focus on the task.
Shall we? Oh, dude. Так, короче, у нас тут 9 сантиметров на сколько? На 10 сантиметров. И высота 2,5. Окей. Alright, 9 by 10 by 2.5. Oh, come on. Oh, jeez. I don't think that there will be anything. Oh, yeah, yeah. Let's be positive about that. So, if she wants to be your girlfriend, she's gotta be reliable, right? So, it's gonna be okay. It's right, so I did it 2 weeks ago in the summer and a bit of kissing and that's it, so stop thinking about that. Так, ну сейчас, короче, надо продумать пока немного. Я возьму. Тут накину edit поле сейчас, то развернем по-быстрому эту шляпу всю. Тут текстура у нас уже типа как есть. Я просто подкину новую текстуру, будет нормально. Так, можно мне pick texture? Give me the texture, please. Bitmap. Oh, jeez. So much porn on this PC. Gosh. Oh, there it is. Yeah. Mm-hmm. Well, welcome to UV Unwrap. Yeah. It's gonna be fine. Так, значит, короче, то, о чем мы делаем? Мы по-быстрому это раскидаем сейчас, это все дело на части. Значит, то выясним, какая из них какая. Вот, после этого присобачим это все дело на текстуру, которая у нас уже есть. Вот, и мы разберемся, куда там что такое. Погодите, а чё так много? Тут чё так много? Так, две боковые. А, передние и задние, точно, всё. Oh man, I'm stupid. Stupid. Stupid dude. Oh, there it is. But you never had a serious relationship. Well... She's got it now. That's right. She's gonna have a boyfriend. Well, she's got one now, so she'd better be reasonable. Otherwise, I'm gonna be mad. Так, значит, сейчас разберемся. Верхушка у нас здесь, да? Да. Поэтому мы берем такие. Тут тянем сюда. Shit. Угу. Пропорционально немножко сейчас растянем это все дело. И будет нормас. Yay. Oh,
she started dating her, and then after 1-2 weeks she noticed that I'm is still her best friend. Well, it happens. Well, I'm kind of too much of a recluse nowadays, so it's kind of hard to trust anyone. Looks like shit. Why does it look I see, that's why I gotta rotate that crap. Yeah, and now comes the smolder. Так, сейчас мы это дело подрегулируем, короче, потихоньку. Ну, будет порядок. В принципе, я думаю, даже это... Хотя нет, он смысла сшивать нет, потому что это скажется потом на запечке. То если она у нас вообще будет. Но почему-то там, мне кажется, что будет, наверное, все-таки. Окей. Hello. All right, left side, east side, which side, left side. I mean, I'm trusting her, I really do. Oh, come on, man. Be strong. You can make it. Hell, even I can make it. Сейчас немножко еще меньше опустим. Там у нас как раз передняя там часть эта будет выпирать, потому что он то чуть-чуть вот этот фасад выделяется, скажем так. Но это нормально. Тут доползем сейчас. I'm just too emotional. I know, it's fine. You can be as emotional as you like here. It's not a problem. Well, it's gonna be alright. Последний месяц, если надо, то полнейшая там жопа, блин, работа, кстати, приходится за троих просто вообще. Я не успеваю, блин, там не высыпаться, не отдыхать. Ни черта не успеваю, блин, толком. Ну поэтому моду стримы так сейчас не часто и выходят. Вот. Проблема в этом, по сути. Тут, почему такой расклад? Потому что я перед тут Новым годом, короче, прилично так потратился и вложился в контент. Что подразумевается под контентом? Я купил себе, короче, этот самый, ту парочку софтбоксов и более-менее допилил там свою там студию, так сказать, тут мини-студию. Вот. В принципе, там фотки, по которым мы работаем, они как раз там при помощи нее и сделаны. Так что потихонечку растет это дело все. Но поскольку пошла на это сейчас куча денег, то я пока остался с голой жопой. Вот. Придется пока еще так повозиться. Так, alright, looks fine. Looks fine, looks okay, and what about this part? То что у вас вообще нового? Расскажите хоть.
работаю про себя, да про себя. Может показаться, что я вообще какой-то дикий эгоист. Так, перевернем. Перевернем, да. Что мы тут имеем? Так вот так оно должно быть. That's it. Угу. Что-то вроде неплохо так получилось. Я пока что сейчас вот так вот посмотрим на это дело. Look at that stuff. Oh man. So, is there any advice you could give me? Well, first of all, we've talked about that and insisting on going with her, well, it turned not to be an option, so I suggest you just stay calm and let her go to the party and just be brave. Test. Oof. Неплохой уже получился сам карт ридер. Я думаю, мы поработаем еще сейчас над разъемами всякими, то выдавим их туда внутрь, сделаем типа как небольшой объем, и в принципе хорош на этом. То, может быть, даже есть смысл это сделать, то просто в принтере нарисовать то нормальку типа. А ладно, давайте здесь. Тут что может произойти, собственно? Oh. Yeah, yeah, so. You're gonna be fine. Так, что мы тут сделаем? Мы, короче, возьмем сейчас дополнительно набросим сюда там Swift loop. Loop. And there it is. Oh man, nope. There it is. Зашел, короче, я как-то на этот самый на канал на YouTube там один там школа какая-то 3D, короче, была, и чувак, он пилил, тот телефон сидел, ну тут чисто апи на глаз, он все дела, короче, народ, вы еще тут вообще? Oh, it's fine. It's fine, dude. Well, all working out. Oh man, I'm so envying you. Well, working out is best. So, I wish you a nice workout. Народ. А народ, вы тут живой вообще? Так, кто у нас тут вообще живой остался? Угу. Так, еще Макс, по идее, тут живой остался. Макс, ты тут? Ой. Разговаривать, он же надо будет, он с кем-то вообще.
Так, ну, понарезаем сейчас это все дело. Я... вот, что там как-то где-то. Да просто, как бы, говорю, это сам, это, ну, потрындеть надо с кем-то. Короче, то, что мы будем делать сейчас? Мы сейчас, ну, по сути, возьмем вот так вот, нажмем галочку «Сохранять EV-шки» и понарезаем отверстия разные. Сделаем это при помощи всяких лупов там. И вот тут как раз понадобится мне ортографическая проекция. Заходил я на этот самый, на канал на YouTube Бен, и чувак, он там пилил, короче, чей телефон, и при этом, ну, ты, в принципе, Пимакс, знаешь, о чем я? То мы как раз говорили уже о том, чтобы то моделировать не в перспективном виде, а в это самое, в ортографии, да, вот это. Жесть вот это, видишь, как его корёжит жестко прям. Я вообще боюсь на это смотреть, лянь на это дерьмо. Ой. Ну и я пишу, чувак, говорю, то как ты моделируешь вообще, да, то при таком виде я вообще не понимаю, говорю, таких людей. Так он тут развонялся так жестко прям вообще. Мол, типа, пойди там учи матчасть, короче, и начал там затирать этим про инженерное моделирование, там все дела. Рассказывает, что то моделировать он только так и надо, но по-другому нельзя, короче. Ну, вот иначе будет все неровно, то нечетко, тыры-пыры, короче, не по размерам. Вот. Ну, я почитал это дело, короче, он написал ему ответ, но блин, что-то цепануло прям как-то аж дико было. Вот. See you. Вот. Ну и этот самый, что-то посмотрел я на это все дело и подумал, блин, а стоит ли париться вообще с комментариями этими там школами всякими? Сиди, пили себе модельки просто, а там разберемся. Вот. Так. Ага, чё, куда тут у нас поедет? Так, у нас это сюда... Вот когда так. Это как-то сюда. Ну, пока что, опять же... то криво вам косо, потом поправим. Лишь бы нам сейчас подогнать под дырки нормально все это дело. Так, чуть повыше. Балка он. Не знаю, что делать. Спасибо, чувак. Ну, это как бы не талант, просто... Некоторые навыки есть, но, ну, понятно, что я не профессионал в этом деле. Просто как бы поражает именно то, как человек общается с аудиторией, это самое. Это с одной там стороны там школа 3D, которая пытается привлечь себе новых учеников, да, да. С другой вот так общаются, типа. Да ты там чмо, вообще ничего не знаешь, там все дела, короче. Жесть какая-то. Так, я вот думаю, подумываю. А что если пока что... Так, сейчас. О, блин, тогда ортографический режим, нет. Остановитесь. Да, сразу понятно, кто и что вообще не... Ну да. Просто как бы, ну, приходишь посмотреть видос такой, опять получить какую-нибудь полезную информацию, там, ну, пообщаться там, с автором. Вот. А получаешь в результате такой ушат прям
что выливается на тебя. Так, я подумал вот о чем. Короче, че, давай пока экспортнем. То, вернее, не экспортнем, а сейчас мы замоделим тут еще одну часть. Я хочу этот самый... Там поверх накинуть еще один edit поле, чтобы у нас то было, скажем так, куда отступать. Развернем это дело. Вот. EA Sports. Так, ну и короче говоря, такой сейчас бокс. А, блин, опять-таки, видишь, то если вот сейчас вот не работает вот эта хрень, имею в виду, не вытягивается за плоскость или куб, или еще там что-нибудь в этом, в окне ортографии, это значит, что то Макс опять же пошел чудить. Ну поэтому я сбрасываю еще раз, короче, окна все. Вот, и это позволит уже потом обратно запустить. Смотри, опа, и все, и понеслась нормально. Вот, поэтому тут есть такая особенность у Макса, блин, чудить. Так, по сегмент, там, что там, 4? Я пока поставлю 1, а там разберемся, думаю. Так, вытянем пока сейчас этот все. Отсюда. Так, это у нас есть. Можем даже сейчас вот так разобраться с вершинами, подтянуть куда их надо. Вот, это будет хорошо. Понятно, как бы, что там резинка кривовато стоит, но развернем попозже. Спрашивай, если надо. Короче, это самое, у Макса возникает проблема, что то бывает, ты хочешь нарисовать новую ее фигуру, но как бы ты ни тянул, она не рисуется тупо. Это глюк такой у Макса, короче. Для того, чтобы исправить, еще раз сюда идешь и сбрасываешь, короче, на стандартные авипорты. Ты после этого он... более-менее начинает работать нормально. Нет, Макс, тут мне нет, конечно, не про тебя. Ой. Так, сейчас мы тут 3 накинули, да, а надо было больше кинуть. Затупило что там. Так, сколько нам понадобится? 4. Ну, 4, да, где-то пойдет. И в принципе возьмем сейчас вот так вот парочку сюда, подтянем парочку сюда, подтянем. Ну, пока что на глаз, но ну а там разберемся. Короче, я буду ориентироваться по краям вот этим. Вытянул на край. Таитить, колотить. Вон посередине сейчас где-нибудь поставим здесь. И поехали, короче, туда затусовывать. Музяка повторяется уже который час, но пока не знаю, опять же, надоело, нет вообще? Поменять? Послал поиграть? В смысле? Я тебя послал поиграть, что ли? Да как я мог, господи? А с кем я общаться-то буду, собственно? Ретро ставить? Ну, кстати, вариант. А ну-ка, сейчас. Пару секунд. Так, кто там мне пишет? Что там пишет, господи? Что надо? Так, пишут, ну, всем надо что-то. Ну. Так, а ну сейчас, ну попробуем найти какую-нибудь 8-бит. Топ, сделаем так, там на Famicom на саундтреке. Что если вот это поставить? Он 30 лучших тут песен с Famicom, а ну-ка давайте.
Так. Так, а что за ретро ты находишь? Хочу ту музыку такую. Обычно называется Synthwave. Получается вот такой вариант. Вот. А на текущий момент я набрал просто на Famicom. Саундтреки. Вот. Ну и вот это так вылезло, короче, на сейчас слушаем. Так, ну что я думаю? Мне понадобится, наверное, еще один. Тут луп какой-нибудь. Вот, вот здесь накинем. Даже вот так можем сделать. Кто? Бетси, не помню. А, на тихом стримах, в принципе, там сейчас найду. Так, Synthwave Mix. Так, да. Так, короче говоря, вот такой у нас микс тут есть. Он потише понял тебя. Не вопрос. Ну, где-то так оно, по идее, нормально будет. Я смотрю, тут музыка сейчас в половину тише меня. Ну, поэтому, по идее, нормально пойдет. Пойдет же, так ведь? Ну, сделаем так немного даже. Уф. Так, хорошо. Значит, что я там делал? Что я делал, да, собственно? Провод вот отдельно прицепим еще, опять же, куда он денется. Просто пока хотел замоделить. А, блин, тут еще есть этот самый, есть коннектор. Я в принципе думаю, надо еще и коннектор замоделить и провод тоже замоделить. Ох, пока что там поэкспериментируем сейчас с этими. О боже. Так. Сейчас оно, секундочку. Так. Не помог нам set flow. Но по идее вроде и так нормально вроде. Ага. Что еще делаем? О, извиняюсь. Делаем, короче говоря, еще дохрена на чего. Единственное, мне надо сфоткать коннектор от этого картридера и этот сам и запилить его, потому что моделироваться будет целиком весь комп. Он сегодня еще материнка, короче, там есть у него что-то, дисковод есть, панели всякие есть, короче, я целиком его разобрал, перефоткал. И, конечно, опять панели, я боюсь, он больше там всего. Вот такие е-квадратные там штуки-дрюки, это вообще не проблема сделать. А вот панели, блин, это страх мой вообще. Дикий сейчас. Ой, так посмотрим. Так. Возьму вот так вот, вытяну сейчас. Вот. И этот коннектор, ну, в принципе, по толщине не настолько сильно и вылезает, поэтому вот он будет так торчать. Мы его сейчас развернем еще тоже дополнительно, но пускай будет на месте все. Так, значит, ты, дорогой, у нас присоединишься. А, погоди, мы пока его развернем, а потом уже приоттачим. То почему? Потому что если я сейчас его присоединю, он просто там накинется поверх на развертку, я потом не соберу его толком. Поэтому UV-шку сейчас накидываем, короче. Ну, принцип такой, да, что то, когда ты делаешь сложные какие-то компоненты, то желательно все разворачивать по отдельности, а потом уже там собирать. Так у тебя не будет проблем с переносом на развертку это все дело. Так, делаем, короче, на плоскость, потом, значит, эту штуку выделяем.
Нам понадобится ее порезать. И я думаю, что мы проведем шов где-нибудь вот так вот, наверное, сейчас мы сделаем пару швов, короче. Теперь берем, выделим так, получается. Потом это дело. Так, сейчас. Так вот оно развернулось, да? И мне понадобится еще использовать Pelt Map. Оп. Пойдет. Ну, прикол пришлешь? Присылай, но смотри, у меня просто с ВК, ну, проблематично там сейчас. Я имею в виду, заходить тут тяжело там стало, потому что тут непонятно по какой причине, блин, VPN работает через жопу вообще. То прогружается по полгода, поэтому я сейчас не часто-то вообще бываю там. Если бываю вообще. Но посмотрю обязательно, спасибо. Так, сейчас вот это все выровняем по размерам. Вот, где-то так. Опа, понеслась музя. Знак вопроса, чё? Но я говорю, проблема с ВК. Если я сейчас подрублю VPN, то потеряем музыку, потеряем там все. Дискорд, пожалуйста, да. В Дискорде я без проблем могу все видеть. Вот, потому что прогружать опять в ВК сейчас болезненно очень. Так, подрасслабили это дело, короче, вот так вот где-то. Ну, разворачивать сейчас не будем. Мы просто берем, коллапсим и присоединяем, короче, вот это дело вот сюда. Потом накидываем еще один unwrap. Тут возвращаем текстуру, которая у нас была. И вот теперь у нас уже есть как раз UV-шка на месте. Я просто ее сейчас куда надо вытащу, перенесу, и будет нормально. Так. Иди сюда. И сюда, к папке. Так. Вот. И она поверх у нас тут ляжет, короче. Либо, конечно, то можно бы было еще отдельно, опять-таки, это дело все вынести. Но это не так страшно. Так. Так. Есть такая штука. Так, сейчас посмотрим. То Black Mesa на движоком Half-Life. Блин, Яндекс. Чувак, почему Яндекс? Нет. Ну, опять-таки, я посмотреть часто не смогу, потому что Яндекс. Но проблема в нем. Заблокирован же тоже Яндекс у нас. Тут забодали уже. Вечно блокируют. Тут что-то. Так, оп. В принципе, знаешь что, я могу вот так сейчас, наверное, не этот самый, не парясь, подвинуть сюда просто эти части. Сделаем так. То, конечно же, уменьшу, потому как мне надо, чтобы texture density на месте бы было. Вот, и я потом поверх накину материал резины, и будет нормально все. Вот. Есть такая штука. Так, хорошо. Ну, как-то так, значит, заворачиваем. Все это дело у нас как бы тут теперь есть. Порядок. Ну, в принципе, выглядит уже неплохо. Коннектор еще надо будет сделать. Так, чтобы сделать коннектор, мне надо сейчас, короче, перефоткать еще раз на коннектор сам. Не подумал, конечно, об этом. Бляха-муха. Тут что так везет?
Или пока давай сейчас, наверное, наполезем в Painter, посмотрим, что нам Painter даст. Так, сохраним пока проект. А то я проект тут не сохранял. Так, сохранили проект. Значит, это есть. Потом тут напишу, что это у нас CardReader. Вот. Экспортнем. Вернее, еще раз он сейвимся. Экспортнем, короче, это дело. На рабочий там стол пока что. Так, CardReader. Есть. Есть. Полезло все это дело. Погоди, у меня уже два принтера, что ли? Там запустилось. Нифига я жирный. Так. Открывайся. Открывайся, давай. Я просто хочу посмотреть, опять получится ли у меня нарисовать нужные детали в Painter. Не заморачиваясь там с промоделиванием сильно. Так, открыть текстурку, то же самое. Открыть. То, где текстурка лежит. Вот она лежит. PNG открыть. Оп. Все, погнали на CardReader. Так, теперь, значит, нам понадобится заливочный слой, который как раз будет использовать новую текстуру нашу. Закидываем туда уже запеченную нашу, ну, не запеченную, скажем, а сфотканную нашу текстуру. Ну, пускай будет. Вот, и это у нас будет чисто цвет. Все остальное мы сейчас в принципе будем имитировать, скажем так. Поверх еще накидывается, значит, материал пластика. Я надеюсь, что тут не вылетит ничего сейчас. Ну, как знать. Так, пластик. И какой у нас есть тут? Матовый. Так, ну, грязный есть. Какой хочешь? Есть. Так, есть у нас грейни. Ага, есть у нас грейни, короче. Подойдет. Так. На что он похож вообще? Ну да. В принципе, на то и похож. Но пока перепробуем несколько вариантов, мало ли что. Так, значит, сейчас мы накинем. Зараза. Вот, короче, чего я пытаюсь добиться сейчас? Я пытаюсь подобрать фактуру с другого материала, чтобы можно было сымитировать это дело, скажем так. Так, мне не подходит. Так, армор. Ну, то же самое, какая-то хрень. Так, здесь как? А, блестящий. Так, понятно, чашечками всякими. Так, пластик, рабр. Блэд. Ну, тут не особо хорошо. Так, пластик мягкий. Ну, шляпа полная. Так, пластик, значит, толстый. Потресканный. Так, пластик. Поюзанный пластик. Какой-то у нас так мягкий есть. Так, резина пошла. Что-то подсказывает мне, что мы по-любому опять-таки вернемся все-таки к грейни. Просто надо будет разобраться, что тут и куда, короче, базу. Так, убрать. Что-то человек не делает шедевр. Да ладно, господи, какой тут шедевр. Сейчас какой-нибудь чувак, он залетает и смотрит. Че тут за говно делает? Ха-ха. Так, рафнес, наверное, побольше сейчас накинем. Ну да, это так, значит, рафнес побольше накинуть. Плюс, значит, на этом слое я бы такое, что использовал еще дополнительно уровни, то надо подкорректировать немножко. Так,
Это у нас есть. И что тут у нас еще? А, этот слой убрать. Тут нахрен его убрать вообще. В принципе, вот что я думаю сейчас. Надо, в принципе, убрать вот это сейчас дело. Так, уровни пока на место. Ну, просто-то поверх он кину сейчас. Кину, короче. Накину, что-то кину. Так, Perlin Noise. Ага, так, такой есть Noise, так, понятно. Так, Blue Noise. Ух ты ж, етить колотить. Жирно как. Так, сейчас подкорректируемся. Ну, в принципе, прикольно, но надо поиграться сейчас. Так, roughness побольше. Контраст не пойдет. Так, нам надо сейчас использовать фильтр, использовать блюр. Вот как-то так вот сделать. Ну, при этом сейчас поменяем немножко размер этого слоя, там scale можно опять накрутить. Так, blur есть. Так, хайку сейчас, может быть, еще больше баланс выкрутить. Меньше блюра, может быть. Угу. Так, хорошо, уже поинтереснее. Ну вот как-то так уже. А, блин, пластиком. Не особо хорошо работает. А что если я просто буду использовать его как не height, а roughness? Закину сюда, короче, blue noise. Что это мне вообще даст? А, из-за блёра не видно, да? Ага. Так, а если... Господи ты боже мой. Ага, контраст побольше накрутить надо было. Ну, типа так. Так, теперь, короче, поехали рисовать высоту. Высоту рисовать. Берем, накидываем, короче говоря, новый слой, оставляем чисто height. Этот height мы приподнимем, короче говоря, накинем черную маску и при помощи кисти нарисуем сейчас вот эти все вещи. Так, ну куда это у нас пойдет? Как-то вот так вот пойдет у нас. Угу, пошло рисоваться. Так, единственное, что я бы хотел, это пожестче кисть прям сделать, чтобы оно прям вообще торчало. Так, во. Вот теперь оно. Ну, музяка такая пошла. Так. Так. Эц. Есть. Так, теперь остается сейчас изнутри еще дорисовать. И будет порядок. Так, вот, теперь начал выдавили. Надо будет сейчас еще поднять немножко height. Вот, теперь у нас оно выпирает больше уже. В принципе, неплохо. Так, это есть. Теперь, короче, мечом мы можем сделать. Мы можем взять кисть и попробовать при помощи черного цвета здесь нарисовать дырку. Там нарисовали дырку. Тут меняем обратно на белый цвет, рисуем обратно
тут выпуклость. Но получается сейчас криво, поэтому нам понадобится альфа. Альфа, которая имитирует нечто круглое. Ну, кстати, вот это... Ничего бы нет. Так, ну-ка попробуем. Ты что-то нам дашь. А, понятно, инвертировать надо. Не то. Не то пальто. Так, подберем сейчас. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, ну, кстати, шейп вот этот... Тут, по идее, подойдет нормально. Так точно. О, да. Так, хорошо. Эта штука есть. Поехали дальше. Нам понадобятся еще шейпы. Понадобится... так, знак минуса. А ну-ка. Ты что ты нам дашь вообще? Ну, пока ничего нам особо не дает. Но, может быть, еще даст. Так, поменяем на черный цвет и... И надо будет, наверное, вот так сделать. Высоту менять, да? Ну да, высоту менять надо, короче. Так, а что насчет этого? Так, размеры. Угу. Так, ну покрупнее надо сделать. Так, еще крупнее. Я пытаюсь попасть прямо в этот самый. Во. Ну, как-то так уже вырисовывается. При этом, в принципе, можно бы было, наверное, сейчас еще раз попробовать наложить еще один слой. Ну, кстати, вот что тут у нас? Что-то у нас вообще происходит, а ну-ка, оп, так хорошо убрать. То наложить еще один слой, то же самое, он будет работать у нас с высотой, но мы его понизим, короче, в должности. Так, значит, черную маску нам. Так, работает, что работает, да? Да. Угу. Так, ну как-то так уже вырисовывается что-то у нас. То же самое сейчас здесь. Так, тут уже побольше понадобится. Теперь оно. Так, поехали дальше. Здесь разберемся. Меньше все-таки. Это так. А, блин. Так, сейчас поменяю опять-таки обратно пока что. Да, блин. Где-то так хотя бы. Надо убрать косяки всякие. Так, что тут у нас? Как тут у нас? Пока вроде нормально. Поехали дальше. Так, тут сейчас вот так вот. Да? Да. Так, сюда пойдет и... Сделаем. Вот так вот. Так, дальше поехали. Наверное, еще. О, а, блин. О. Так, хорошо, пойдет. Значит, вот такие у нас получаются разъемы, но чего-то не хватает.
Ну, кстати, здесь он... Ну, подрисовывать еще надо. Тут разные... Тут дырки, полоски, отверстия и так далее. Тут нарисуем сейчас. Так, здесь мне понадобится уже чисто кисти. Так, понадобится обычная, ну, жесткая кисть. Вот, понарисуем сейчас здесь отверстие. Угу. Так, это есть. Едем дальше, короче, тут еще надо, да? Так, тут есть. Снизу. Надо поковыряться снизу еще. В этом случае нарисуем как раз он кольцо сейчас здесь. Так, а здесь еще и болты надо рисовать, сидеть. Ну ладно, посмотрим сейчас. Так, тут что? Один. Так, это есть. Теперь полезли в альфа, посмотрим. Ну что у нас вообще такого интересного тут? Есть. Болты есть. Так, есть болт. Подогнать надо будет сейчас. По форме. По размеру. Так, сейчас, тут не туда пошло куда-то. И погодите, здесь он, в принципе, поинтереснее должно получиться. Надо кинуть, короче, еще один слой. Чисто с хайкой, короче, Black Mask и поехали сюда. Так. Где он вообще есть? Ага, вот он. Мне интересно, почему оно накладывается вместе с металлом, если это не должно такого быть. Так, либо это уже косяки пошли. Так, ну-ка. Хайку сейчас можно прикрутить чуть. Можно так сделать. Угу. Так, сейчас хотя бы так. Так, это на место. Единственное, опять же, то же самое, но надо пока хайку немножко выкрутить. Так, иначе будет криво все. Угу. Ну, как-то так. Болты сейчас он дорисуем по-быстрому. Так, все, три штуки есть. Ну, да. Поехали дальше. Это у нас имеется всем. Теперь еще одна сейчас маленькая вещь. Это линии.
Что если я тут еще немного проведусь? Ага. Тоже неплохо выглядит. Так, нарисуем тут шу сейчас. Угу. Так, тут есть. Здесь еще один нужен. Так, и там еще был, короче, неплохой вариант. Где-то была хорошая такая альфа с кругом. Но я хочу ее найти. И есть ли где-то здесь пустой круг? Надо будет, в принципе, заняться, налепить себе... там дополнительно альф на рисование, а то тут черт знает что получается. Тут нет, такой нету, к сожалению. Ладно, на черт с ним тогда, ничего страшного. Так, по разъемам, короче, да, тут поковыряться надо бы еще. А, точно так. Я ж не нарисовал дополнительно здесь еще швы. Так, еще здесь надо. Так, это есть. Ну и вроде как пока все, но что-то еще тут не хватает. Так, может быть, тут есть смысл поковыряться. Такое себе. Не, по-хорошему, конечно, на промодели возьмите. Тут надо здесь. Пока что я так оставлю, наверное. Теперь посмотрим, что это даст. Так, поехали дальше. Экспортируем это дело, короче говоря, пока что. Так, сейчас скажу куда. Так, до Unreal Engine это все пойдет. Так. И можно пока переходить к на следующей модели. Я, в принципе, при этом, скажем так, грубую болванку набросал. По-хорошему, надо будет доработать вот эти разъемы все. Но это попозже сделаем. Так, сохраню проект. Ну, давай. Так, хорошо. Значит, с этим мы закончили. Поехали дальше. Так, что у нас там на очереди? На очереди. Так, открывайся, 7-7. Так, то же самое, значит, создать.
Давай. Господи, что ж так? Что ж так долго-то? Так, сделаем пока там 2К на 2К, разберемся дальше. Тут что, куда и как. Так, мне надо сейчас еще что сделать? Мне надо... Так, смотрим. Смотрим, видим. Ну, кстати, по-быстрому можно сейчас налепить оперативку. Вот. Там в принципе, то моделировать особо нечего, так что ничего страшного. Так, также ж... А, понятно, там один снимок поярче, а один нет, короче. Так, по идее так. Угу. Так вот он, и потом уже меняется, да? Вот это самое, как бы... Самое то. Да. Так, закидываем. Это раз. И что там у нас еще дальше пойдет? А, получается, вот... То, вот обратная сторона. Медали. Угу. Ну, пришлось подставлять в принципе пик как получилось, так что будем вырезать сейчас заниматься. Так, раз. Оп. Так, в этом плане поинтереснее немножко как будет, потому что в Painter понадобится рисовать контакты и металлические детали, так что будем. Ну, а прорисовывать тоже там. Так, это у нас есть? Есть. Так, вот, хорошо. Теперь. Так, закинем сюда. Дополнительно уменьшу, сейчас пока еще возьму. Пробуем тут. Хорошо, это у нас есть. Там закрасим. Там страшного ничего нет. Так, и теперь остается их поравнять по размеру, чтобы оно нормально все стыковалось. Ну вот как-то так. Так, это у нас задняя часть, это передняя должна быть. Ну, при этом можем фон сейчас подкинуть какой-нибудь зеленый сделать. Ну вот, теперь вообще будет шикарно все. Так, теперь повырезать надо сейчас из этого слоя лишнее все. Поэтому берем кисть, увеличиваем и прорезаем. Где-то так хотя бы сделать. Так, то же самое здесь. Вот так вот раз. Есть. Ух. А? В смысле пипец? Кому пипец? Чё пипец? Чё там за угрозы пошли уже? Так. Ё-моё. Так, чё?
тут что случилось? Тут детализировать? А, да не, тут нет. Там сильно детализировать не будем, потому что этот самый. Это чисто как декоративная деталь такая будет. В этом плане на самом деле это не особо много работы. Так, что у нас? А, точно. Тут рисую такой довольный. Так, по маске сейчас вырисуем это все. Лишнего хватанул. Вот как-то так. Так, это пока оставим. Здесь вырезать можно. Даже если вот так вот сделать. Так, поехали тут сейчас. Подчистили немножко, уже неплохо. В принципе, тут что нам еще надо будет? Ладно, сделаю, наверное, еще тут. Тут что ж уже бросать его? Так, есть и здесь тоже самое сейчас. Ну, где-то так. Так, хорошо, это у нас одна планка. И заодно закинем и вторую сейчас. Так, где она у нас? Так, вот она у нас. Так, вырезаем. Вырезаем эту штуку. В этом случае я пользуюсь как раз с перспективной обрезкой, потому что она позволяет скорректировать угол, ну, под которым делалось фото. Если ты под углом там снимал, то выравнивает как раз он перспективу нормально. Так что там всякие косые надписи там и прочее выравнивается там замечательно в этом плане. Если правильно расставить углы. Так, поехали дальше. Значит, ты у нас идешь сюда. Про самую планку сейчас еще ужмем. Сделаем так. По размеру, по идее, нормально. Так, и другая сторона еще осталась, да. Вот она. Угу. Разворачивать надо, да? Так, вращение 90. Так, разбираемся. Так, ну как-то так. Хорошо. Тянем на слой и погнали. Так, получается, что у нас тут? Где передняя половина? Я уже потерялся что-то. Так, дайте мне, пожалуйста, выровнять размер. Честно говоря, в этом плане я не знаю, где передняя, где задняя. Не видно как-то.
Так, стрим тоже запущу. Ну, пройти по столу надо, что ли? Ты по столу уже решил там чудить? Ну, то я так не выдержу, пойду сейчас еще к тебе посидеть на по столу туда. Если так. У нас последний там зритель сегодня, так что последний из магикан. Так, а этот слой все-таки было, там я его проходил. Ну ты в постал пойдешь сейчас или нет? Я тогда подойду, сейчас поддержу, если что. Хорошо, постал. Тогда сейчас, короче, я закончу тут минут через 5. Надо будет сейчас вот это еще подрезать все, подготовить. И потом я параллельно буду опять пилить планки, а ты это самое проходить будешь. Сделаем так. Реймонд на Dark Souls пушка. Ну, признаться, то не знаю такую игру, конечно, не играл. Так, где-то так сейчас обрежем. Так, тут есть, тут нормально все, на порядок. Теперь этот слой, короче, сейчас маску сделать. И можно будет чикать. Бывает. Я, признаться, уже не помню, когда я последний раз он запускал поиграть, он что-то. Что-то подрасслабился вообще. Так, значит, доберемся туда еще, значит, пока вот этот. А, блин. Лишнего хапанул. Угу. Так, и еще тут. Так, пойдет и последнее отверстие. Так, хорошо. Фух. Слава тебе, Господи. Теперь вот эту всю штуковину, короче, можно сохранить. Маски я... Так, применить слой маску. Вот теперь оно будет нормально, короче, можно там сохранить его как PSD на случай, если им надо будет, ну, по слоям отрывать как-то. Вот, поэтому напишу RAM, это раз, и то же самое тут быстренько там сохраним в PNG. Так, на рабочий стол только давай. Вот. Все, порядок. А теперь можно, короче говоря, потихоньку тарахтеть к тебе. Запускай тогда стрим. Я этот самый, я сейчас свой туда закрою. Вот. Там все, кто просматривает на YouTube, короче, заранее пока. И увидимся там с вами на следующих стримах. Спасибо всем за просмотр. Вот, подписывайтесь. Все как обычно, короче, вы знаете, что делать. Вот. И увидимся попозже.